Тебе скучно? Подружки бросили? Ты пошел кончить? Не отчаивайся, ведь ты всегда можешь стать андрогином! Андрогинность. Греческое что-то там, я не читаю по-гречески, явление, при котором человек проявляет одновременно женские и мужские качества. Андрогинность во внешнем виде является сочетанием мужских и женских признаков. Я тоже могу стать такой же! Конечно! Но для этого надо следовать простым. Не начнешь правилам, и тебя ждет успех! Ура! Даже если ты Пуся-Пуся, и у тебя сиськи пятого размера, тебе достаточно всего лишь посмотреть из-под лобья, и ты автоматически становишься брутальной андрогинной сучкой. Попробуй, больше. Ведь это так просто. Вот, вот другое дело, да. Чтобы тупые мудаки... Чтобы тупые мудаки, которые будут потом комментировать твои фоточки, не усомнились в твоей андрогинности, тебе необходимо прикрыть лицо. Если от ебала видно только глаза или левую ноздрю, никто не посмеет сказать, что ты не андрогинна. Ты можешь использовать мегамодную медицинскую маску, или противогаз, или натянуть наволочку на голову. Простор для фантазии не ограничен. Лучший помощник всех андрогинов в мире. Главные инструменты – кривые и световой баланс. Высветляй фото до той степени, пока на нем вместо рожи не будет белое, но от этого еще более андрогинное пятно. Фильтры и кисти в форме потеков крови, потертостей, сломанных костей, дыр от пуль также являются истинным признаком андрогинности. Я надеюсь, не перекричала все телефоны. На андрогинных фоточках все должно быть очень андрогинным. Внимательно следите за андрогинностью ваших стен, кустов, также за андрогинностью вашего кота. Андрогинностью вашего объектива, который перекрывает все ваше ебало на вашей андрогинной фотографии. И помни, чтобы выглядеть андрогинным, тебе необходимо всего лишь выкрасить волосы в цвет какого-нибудь кислотного говна. А также не забудь превратить их в железное мочало. Это важно. Ведь никто никогда не распознает в розоволосой фее девушку. Мужик же!
каблуке. Ботинки на трактороподобной подошве. Цепи. Перчатки сеточкой. Все это автоматически делает тебя очень мужественной. Если при этом очень по-уебански еще выглядит твоя прическа и мейк, то это является еще большим признаком мужественности. А гринды, особенно вкупе с мини-юбкой, сразу делают тебя очень андрогенной. Колготки. Еще метровый маникюр, то не забудь показать всем фоточку именно в этом боекомплекте. Это охуенно андрогинно. Душа. Самый главный пункт. Похуй, что тебя путали с мальчиком только один раз в жизни в роддоме, когда санитарка случайно перепутала цвет ленточки на твоем одеяльце. Похуй, что в своей жизни ты ни разу не одевала джинс. Главное быть андрогином в душе. А тупые обыватели все саное быдло и невежественные козлы, которые ничего не понимают в труп андрогинах.